Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами Аски. Сегодня мы начинаем играть в игрушечку под названием Oxygen Not Included. Это новая игра от разработчиков такой довольно известной игры, как Don't Starve. Это клей, в общем-то, ее создали, Don't Starve, эту игрушку. Еще у них есть Mark of the Ninja, Shank, там еще пару игр. В общем-то, о чем эта игра? Здесь у нас такой симулятор выживания колонии внутри астероида. Вот как-то так, короче. В двух словах, если сказать, то она как бы похожа и на RimWorld, и на Craft the World, и еще на часть разных игр. Но тут есть очень много разных, как бы, своих идей. И стиль свой уникальный, прикольный. И, в общем-то, игра сделана достаточно качественно. Учитывая, что это еще только альфа, это еще не конечный вариант. Игру сейчас можно приобрести только на форуме непосредственно клей. Либо же альфа продается уже и в стиме за 419 рублей. На форуме клей это 20 баксов, в стиме это 419 рублей. Логично, что в стиме у Габена это дешевле приобрести. Давайте к игре пока что. Вот у нас здесь какие-то астероиды летают. Наш дупликат, один из них, летает. Да, ну и судя по названию, у нас будут проблемы с недостатком кислорода, безусловно. Без этого никуда. Но также там будет масса других проблем. Сейчас обо всем поподробней. И вначале, в общем-то, у нас вот такая вот есть менюшка, где нам предлагают выбрать три персонажа наших стартовых. Причем их можно ролить. У них есть разные характеристики, у них есть черты. И также есть ожидаемые требования к декору, так сказать. И прописано, что они будут делать, допустим, при стрессе. Тут также надо, да, заботиться о том, чтобы психическое состояние наших подопечных было в норме. Потому что вот эти при стрессе будут тупо там что-нибудь разрушать. Ну, это вот, допустим, к декору требования вообще небольшие. Тут минус 5 аж. Здесь 15 он будет ожидать. И, соответственно, с левелами, кстати, еще требования к декору растут. Они тут еще тоже апаются. В зависимости от того, чем они там занимаются, у них что-то прокачивается. Ну и ладно, давайте посмотрим. По характеристикам здесь, само собой, есть атлетика. Нужна для того, чтобы наши дупликаты быстрее перемещались. Готовка, добыча ресурсов. Медицина — это то, как персонажи будут быстро приходить в себя после болезней. Тут конкретно медиков нету, тут есть просто медицинский стол, там еще какие-то установки медицинские, которые сами нас как-то лечат и что-то делают. Ну и вот за счет того, что есть, у нас есть медицина, то это мы быстрее все будем делать. Тинкеринг — это как хорошо мы управляемся с машинами, как хорошо мы там строим, как мы креативим. То есть тут можно делать там скульптуры, картины и так далее. Learning, само собой, изучение. Strength, сила, чтобы там как-то с кем-то бороться. Опять же, тут тоже это придется делать. Этот храпун, кстати. Да, получается. А, нет, а он медленно изучает. Learning минус 3. Храпун я не туда посмотрел. Хорошо, давайте посмотрим. Кукинг или нет, это мне совсем не надо. О, креатив. Креатив, слушай. Тут у нас learning, digging. Вот это мне нравится. Нам изучать надо, research. Будет он заниматься очень хорошо. Очень быстро. Тут у нас креативчик. Креативчик, по идее, тоже бы нужен, чтобы у них нормальное состояние было. Так, и что бы еще? Этот вообще всем понемногу может заниматься. Хочу ли я, чтобы он всем понемногу занимался? То есть, по идее, его можно будет куда угодно впихнуть. Но я думаю, нам еще готовкой бы неплохо было кому-то заняться. Так, с диггинг, вот медицина и атлетика нам тоже нужна, слушай. Очень нужна. Вот готовка, сила, блин. Нифига себе, мега-атлет. Но только биологическая угроза, то есть ему... Он болеть будет. Не, нафиг. Я не хочу. То есть у нас положительная черта и отрицательная. Может, несколько положительных, несколько отрицательных черт. Поэтому надо как бы быть внимательным. О, отлично. Вот это хороший, слушай, персонажик. Единственное, что гастрофобия. Он не будет заниматься готовкой вообще никак. Но а кто у нас будет готовить? У нас вообще некому готовить так-то по-хорошему. Черт. Черт. Давайте тебя тогда. Креатив нам надо, конечно. Так, атлетика здесь. О, жди. Атлетика и креатив. Атлетика, креатив. Атлетичный и креативный чувачок. А тебя, может быть, тогда переролить. Слушай, ну это, блин, сложный процесс. Вот выбор. Диггинг тоже есть и констракшн.
это не то, что атлетика, сила. Лёрнинг у нас уже есть. Тинкеринг. О, тут креатив и тинкеринг, слушай. Блин, а? Вот надолго можно залипнуть только в одной этой менюшке на самом деле. Так, тут куча атлетики. Атлетика, диггинг, констракшн. О, кстати, постройка нам тоже нужна, диггинг. Но давай так, а кукинг у нас тут немножечко есть, пускай сойдет. Причем этот у нас персонажик, у нас получается декоратор. У него творчество плюс 5, но и требования к декору. Блин, у него довольно-таки высокие у этого персонажика. Ну еще он, кстати, нарколептик, он будет периодически засыпать где-нибудь. Но ладно, я готов с этим как-то мириться. Так, здесь у нас получаются руки крота, то есть бонус к добыче идет плюс 5. Вот отсюда у нас такой, такая неплохая добыча. А добыча нам вначале очень, очень-очень сильно нужна. Еще у этого чувачка заложенный нос, то есть повышенные расходки кислорода, блин. Ну ладно, это мы тоже как-то не переживем. Здесь вот, блин, биологическая это угроза, слушай. Ну ладно, надо имена придумать. Ладно, с именами я определился. Это Лола почему-то, Бэтмен и Марфа. Но я решил немножечко русского колорита, так сказать, добавить. Поселение надо назвать. Давай, Originals. Чё бы и нет. Погнали. Ну, довольно-таки долго мы залипали в создание, но это важно. Создать вначале более-менее нормальных персонажей, это довольно-таки важно. Ну и нам говорят, что пора бы как бы что-то начать делать. Давайте паузу врубим. Перво-наперво осмотримся. Прикинем ход наших действий. Вот у меня что-то воды рядом много нету, как бы. Вот тут какая-то вода есть, но мы это очень быстро вычерпаем. Здесь вот небольшой резервуар. То есть у нас определенного рода проблемы с водой будут. Также вот алджи вот эти есть, это хорошо. То есть, по идее, мне бы сейчас сюда прорыться. Карбон, вот здесь вот какой-то диоксид, вот это плохо. Песок и так далее. Ну и давайте вообще по менюшкам пройдемся. Здесь у нас в левом верхнем углу наша популяция, в данном случае из трех персонажей. Уровень стресса, тут можно у каждого посмотреть. Здесь еще есть вкладочка вот так, более подробно это все дело смотреть. Здесь у нас запас калорий, то есть у нас вот сразу есть рацион бокс. Здесь идут сутки как бы местные. Вот этот вот отрезочек, вот мы как бы на астероиде, и здесь это все получается вращается, вот эта вот ночь, так сказать. Когда она доходит до сюда, вот до красной этой отметки по кругу, у нас тут ночи, они спят. В левом нижнем углу у нас различные крафты, которые там, ну, некоторые еще не изучены, на некоторые не хватает там ресурсов. Вот, допустим, тут показывает, что нужны обычные там минералы, ой, металлы. То есть это надо еще добыть, чтобы все это сделать. Здесь мы можем работу распределить, чем мы сейчас и займемся. Здесь у нас более подробная характеристика в плане стресса. Там можно задать, сколько они там калорий в день будут потреблять и тому подобное. Здесь отчет по различным направлениям, типа выработки кислорода, энергии и так далее. Ну, в ресерч у нас изучение будет. Очень интересные вкладочки это вот эти. Можно проанализировать, как у нас дела с кислородом. Вроде все нормально. Также можно с энергией потом, но у нас тут пока ничего не проведено. Температура, там декор и так далее. То есть вот эти все вкладочки мега полезны. Ну и здесь уже у нас клавиши, позволяющие выполнять разные работы. Там добычу руды, сбор. Можем задать приоритет от единички до 9, где 9 максимальная единичка, минимальный приоритет. Можем убираться, можем переносить вот различные ресурсы, которые разбросаны, что-то сносить, что-то отменять и так далее. То есть, по ходу будем разбираться. Пока что бы я хотел работу задать, давайте посмотрим. Комбат у нас двое могут какие-то действия вести. Они у нас все могут более-менее, поэтому сойдет. Кук, кто у нас более-менее готовить умеет? Только Марфа у нас умеет готовить. Давайте Марфе оставим. Рисование, вот тут очень важно, ну, арт, художество некие, да, какие они будут творить. Здесь важно, чтобы это делал, ну, наш дупликат, который этим более-менее умеет заниматься. Компостом у нас особо-то никто не может. Ну, давай Бэтмен будет компостом заниматься внезапно, чего бы и нет. Вот здесь у нас изучением тоже Бэтмен. Бэтмен у нас прошаренный. Генерировать энергию у нас только один персонажик сможет. Пока что дубликат. Со временем у нас больше дубликатов появится, поэтому это будет как-то поинтереснее. Так, ну и здесь переноска всякая. О, этот прям быстрый такой весь. Ну, давай, у тебя уберем. А, построечка, кто у нас классный строитель? Лола. Так, ну, таскать здесь вот это тоже все будут, все. И рыть, по идее, тоже все, так или иначе. Все, распределили. Ну и давайте пока что вот это вот выроем.
Так, здесь у нас акселит. Я бы его поначалу бы не вырывал, на самом деле. Давай отмену. Он у нас поначалу дает кислород, но он со временем тратится. Тут, в принципе, видно, как его масса убывает. Давай чуть-чуть скорость повысим. Также очень важно, нам надо будет сделать туалет. Это важно, это реально важно. И вот мне не нравится карбон вот этот вот. Но с ним мы как-нибудь справимся, я думаю. Так, давай прикинем, куда нам туалет воткнуть. Здесь сразу можно делать вот такие тайлы. Чё бы и нет. Здесь мы вот сейчас какой-то спуск будем мутить. Так, давайте, стройте, ребятки. У них какие-то мега-супер-нано-пушки технологичные, с помощью которых они все это добывают и делают. Нам сейчас очень быстро надо что-то придумывать. Здесь у нас небольшой запас воды есть, в принципе, хорошо. Также кровати в идеале надо поставить. Давайте вот эти все вкладочки откроем. Я люблю видеть, в общем, как у нас тут что происходит. Это довольно-таки полезно. Откуда-то у нас одно семечко есть. Уже неплохо. Ладно, давай, сюда нам надо полюбасу врываться. Здесь что-то собрать бы не мешало. И вот эти растения выкопать, мы их будем потом садить. Поехали. Так. Вот это тоже все добыть. Алги вот этот вот, водоросли вот эти вот, это надо тоже собрать. Надо придумать, где у нас тут туалет будет. У нас сейчас, конечно, вот этот газ сейчас покачует сюда. Ну давай мы его вот так вот куда-нибудь вниз запулим. Вот он ни черта не пригодный для дыхания. И вот у нас металлы здесь есть, вот копер. Надо бы тоже подобывать. И здесь вот, кстати, есть копер, и тут еще вот долги есть. Так, подожди. Давай. Вот это вот все добываем. Так, а до сюда вы дотянетесь? Давай, давай. Добывайте. Нам сейчас надо будет с кислородом разбираться и так далее. Ставить там разные машины. Да, но вот мне не нравится, что у нас тут этот газ тусуется изначально. Не очень, не очень как бы хорошо. Да, нехватка кислорода сходу просто. Ну ладно, тут уже нам как бы ничего не поделать с этим делом. Пока что, по крайней мере. Так, давайте придумаем, куда нам лестницу внедрить. Здесь у нас это вода, мы это все будем собирать, я так подозреваю. Нам надо сделать вот что. С какой стороны? Давай вот в эту сторону разместим. Пару складов поставим, даже вот три. Склады довольно-таки быстро заполняются. Да, здесь у нас нехваточка, конечно, воздуха. Ну, чувак, Бэтмен! Бэтмен, ты же Бэтмен, соберись! Соберись, не будь тряпкой. Сейчас мы это все будем огораживать потихоньку, красиво. Давай сюда лестницу. Здесь зароемся. Где-то нам надо туалет организовать. Чё бы не там. Здесь мы потом тоже все это добудем. Этот газ нам надо как-то что-то убрать куда-то, я даже не знаю. Что-то с ним предпринять в идеале. Он отсюда сам никуда сейчас не денется. Но единственное, что я могу сделать... Подожди, я могу отмену бахнуть вот, вот здесь. А здесь пока его просто застроить. А там попозже разберемся. Допустим, вот так могу приоритет задать. Вот все, просто застроить, чтобы он нам тут не мешался. Со временем что-нибудь допридумаем. Так, до верхней достаете? У меня такое ощущение, что нет. Давай вот так. Все, склады пошли. Здесь у нас пока что на складах все будет. Просто все. Пока что, по крайней мере. Там разберемся. Нам туалет надо сделать. Очень важно. То не проснуться, им захочется сходить как бы по естественной нужде. А у нас не будет туалета. Здесь тоже вот эти все газы, блин, неприятно. Очень неприятно, слушай. Так, это у нас не собирается. Давай это выкапывать. Да, нехваточка, нехваточка. Ну ладно, мы сейчас это как-то исправим это дело, короче. Исправим потихоньку. Я думаю, мы вот здесь вот как-то начнем постройку нашу основную, туда вот вверх. Здесь просто пока что хотя бы туалеты поставить, штуки два. Здесь мы потом их отгородим как-нибудь, что-нибудь придумаем.
Здесь единственное, что вода. Ну, потом я планирую здесь вот, наверное, туалет, душ, что-то делать. Ладно, пока как-то так, черновой наш вариант. Такс. Ну да-да-да-да-да, у вас проблемки, проблемки. Я понимаю вас. Я вас отлично понимаю. Так, ну вакуум это не так страшно. Давай сюда, заройся. И где у нас туалет, возможность его построить. Так, подожди. Вот здесь, по-моему, да. Ну давай, два туалета. По крайней мере, пока что как-то так. Погнали. Все, сюда они у нас пока что складируют. Все более-менее нормально. Пока что здесь у нас кислород вырабатывается. Можно по этому поводу не париться. Здесь мы отсекли. Этот газ тяжелый, он нам сюда, по идее, не поднимется. О, жди, тут какой-то... Хайчу бегает! Так, туалет не успели достроить. Ладно, они пока что спят там, где придется, но кроватки скоро сделаем. Скоро сделаем. Так, здесь у нас небольшое обученица. В принципе, мы и так сейчас справимся. Главное сейчас быстренько туалеты сделать. И здесь мы пойдем, в общем-то, что-то как-то делать. Я так понимаю. Да, нам придется, наверное, ксилит этот подразрушить. Потому что он мешает моим планам. Он сдох, этот неведомый червь. Так, станция. Станция у нас есть. Сейчас мы этим будем заниматься. Только сначала, подожди, я все-таки вот сюда, наверное, планирую подняться. И вот здесь начать дела делать. Ну, давай. Так, туалет забодяжили, отлично. Металлы добываем. Да, с кислородом здесь, конечно, беда пока что, по крайней мере. Но здесь у нас все нормально. Здесь вот так вот относительно нормально. Ну ладно, ладно, ребятки, давайте, давайте, поднапрягитесь. О, обед, перекур. Такс. Лола тут понастрадалась уже, походу, просто. А, в туалет захотела. Так, ну туалет мы, может, доделаем. Так, подожди, они если сходят не туда, куда планируется, это будет беда. Поэтому давайте быстро все дружно доделываем. Идем в туалет. Потому что если они тут понагадят, это будет совсем не круто. Так, все, все, отлично, все. Первая пошла. Первая пошла в туалет. Супер, все, счастливая, довольная, отлично. Отлично. И здесь нам надо бы... Вот сразу. Мы потом эти тайлы заменим на тайлы, которые способны газ пропускать. Но пока что хотя бы так. Хотя бы так. Что нам еще сделать пока что? Так, жди, вот так, наверное. Вот это все нам точно вырыть надо. А там разберемся. Так, все, да. Ну тут вам дышать пока что особо нечем, безусловно. Но мы эту проблему решим. Мы эту проблему решим. Они тут у нас немножечко прокачиваться успевают. Отлично. В скором времени у нас новый подоспеет через 1-3 цикла. Алги у нас 3500. Хорошо. Скоро будем производство кислорода налаживать. Но мне надо научную машину сделать, слушай. Очень нужно. Я хочу сразу изучить кое-чего. Поэтому давай. Куда ее воткнуть-то? Здесь, что ли, разместить? Вот это вырыть. Вот это вырыть. А, здесь мы... Так. Вот это вырыть. Ну давай, в любом случае нам вот это вырыть надо. И здесь, наверное, вот эти тайлы тоже поставить. Пока вот так. Где-то надо научную разместить. И энергию. Энергию нам надо будет производить. В больших количествах. Слушай, возможно и здесь. Или вот здесь. Вот эту воду надо убрать отсюда просто. А мы ее куда-то хранить можем, складировать. Диктул. Ну, давай, пока что вот так. Просто я пытаюсь, ну, придумать более-менее выгодное место. Так, ну это мы сможем потом подочистить. Карбон-диоксид этот.
Но для этого надо нам научку все-таки замутить, станцию эту нашу научную. Так, давай, давай, давай. Вот это вот дистракшн. Ядрине фени. И с едой надо еще будет проблемы сейчас решать. Хорошо. Так, я побольше проход сделал, чтобы у нас могла быть какая-то циркуляция более-менее осуществляться. Так, подожди, воду нам надо, наверное, вычерпать, да? Ну давай, как-то вычерпывать, что ли? Что-то такие недовольные. Ладно, вычерпали, по крайней мере. Недовольные, но вычерпали. Здесь у нас спальный этаж пойдет. Нет, жди, у нас здесь будет, получается, очистка кислорода. Ладно, короче, надо... Блин, надо научку где-то разместить. Ладно, я, в общем, решил пока что временное решение сделать. Мы пока что станцию научную... Так, жди, ну чтобы это сделать, нам надо вообще энергию как бы замутить. Пока что временное решение. Колесо, наверное, вот здесь зафигашим, а туда батареи разместим. И здесь же научку поставим рядом. Пока так, а там что-нибудь придумаем, наверное. А батарейки я, наверное, вот сюда влеплю пока что пару штук. Вот так вот. И электричеством все это, соответственно, соединить нужно. Вот так вот. Раз. Эрис. И два. Погнали. Ну, давайте приоритет здесь на девятку. Это надо быстро нам построить. Здесь у нас карбон, этот диоксид, он, ну, тяжелее явно воздуха. Он сюда вот спустился. Здесь еще оксиген есть. Мы вот сюда сейчас пророем, чтобы тут еще это все смешивание пошло. Потом мы это очистим. Очистим этот карбон, диоксид как-нибудь. Очистим, постараемся, по крайней мере. Пока что нам надо, чтобы у нас энергия начала вырабатываться. И станция нужна. Так, нет металлов. Подожди. Подожди. Надо вот это еще добыть. Тоже очень-таки быстренько. Желательно. Давай приоритет. Давайте, ребятки, что нам надо изучать что-нибудь. Надо очень быстро что-нибудь изучать. В идеале. Так, power. Это тоже надо зацепить. Ну и все, у нас вроде как атлет есть. Тот, кто будет заниматься генерацией энергии. Только приоритет сюда еще тоже бахнуть. Давайте. Давайте по Шурику. Здесь у нас обвал небольшой приключился. Как будет время разберить, пожалуйста, слушай. Бэтмен. Слушай, а что с тобой, Бэтмен? Застрял? Рой? Стоит, тупит. Так, еды у нас пока предостаточно, энергии пока ни черта нет. А кто у нас бегун вообще? Подожди. Там генерация. Марфа. Марфа. Марфа чем-то занята, походу. Твою мать, нашли где уснуть. Опять какой-то хач проснулся, а? Что за дела? Ну и здесь нам надо бы Select Research что-нибудь выбрать. По первости нам абсолютно необходимы будут блоки. Вот эти классные. Вот эти вот, да, вот давай вот, вот это нам надо изучать. Для того, чтобы это делать, нам надо еще выбрать. Так, подожди, нам надо вообще энергию. Сейчас давайте вы проспитесь у нас, ребятки. И пойдем быстренько исследовать. Вот тут какая-то вражина бегает, я понять не могу. Что это за дерьмо такое? И почему вы спите возле туалетов? Да, вам надо еще... Ну ладно, скоро я кровати сделаю, не переживайте. У нас пока стрессухи нет. Вот этот карбон-диоксид повсюду. Давай. Энергию, что, кто будет вырабатывать? Понеслась. И здесь у нас вот специальные такие есть какие-то поинты, с помощью которых мы изучаем. Мы их ставим на бесконечное производство. То есть, ну, сколько нам нужно, столько и будет производить. И давай девятка приоритет. Все, погнал. Ресерч. Полный ресерч. Бэтмен. Бэтмен, изучай что-нибудь. Слушай, братюня. Очень нужно. Этому городу нужен герой. Пожрать пошел герой наш. Окей. У нас тут неплохо так энергия. Батареечки ее копят. Хорошо. Так, получается. Здесь у нас вот станции будут. Так, подожди. Это у нас что, получается, блоки пойдут? И потом алгитерариумы сразу надо будет сделать. Или их надо было сразу сделать? По идее, мне эти блоки нужны. Проводящие. Ну ладно, это мы, я думаю, быстро изучим на самом деле.
И здесь мы пока что будем тоже рыться, и все должно быть у нас более-менее неплохо. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Вот это все тоже добыть бы можно. Можно бы добыть, но чуть позже. В принципе, они тут поспевают. Здесь у нас руда всякая есть, туалет есть. Так, все, батарейки зарядили. Бэтмен тут изучает просто как ненормально. У него же, по-моему, изучение очень такое бодренькое. Восьмерочка. То есть скорость изучения у него должна быть вполне приличная. Бэтмен, ну что ж ты? Аж щеки от натуги надул. Твою мать, Марфа тут не стесняется. Унисекс, унисекс у нас в туалете. Ладно, ну ладно, погнали. А тут что никто не добывает? Позавалило слегка. Что-нибудь придумаем. У нас здесь возможно... Ну-ка, что там по температуре? Здесь вроде нормальная температура. Может, потом грядки какие-нибудь заделаем или что-то в этом духе. Посмотрим, посмотрим. Так, вот сет еще надо будет очистить. Сюда еще будем расширяться. Так, вокруг туалета что у нас тут? Ну, такое, да? Не очень. Да, вот все. Карбон-диоксид покатился сюда дальше вниз. Вот тут еще мы отсюда как-нибудь сплавим его. Ну, давай вот это тоже вырыть. Такс. Удобрение это надо сразу добыть. Они воняют. У нас скоро оксилит отъедет. Так, как быстро ты изучаешь? Смотрите, кого вообще мега шустро изучает. Отлично. Это очень-очень здорово. Мы сможем блоки ставить, эти пропускающие воздух. Это нам довольно-таки важно сделать. Такс. И потом, что у нас пойдет по изучению? Потом пойдут вот эти вот террариумы обязательно. И потом в декор. Вот, я так думаю. Ну а после уже что-нибудь там более продвинутое будем изучать. Все-таки надо о их, как бы, психоэмоциональном состоянии тоже заботиться. Так, здесь какие-то обвалы были. Давай, давай. Бэтмен фигашит просто изучение. Тут вот вода у нас убегает. Ладно, у нас тут небольшой объем воды есть. Пока что на какое-то время хватит. Здесь придется что-то придумывать. Что-то придется... Тут грязная всякая вода. Переработочку будем делать. Гидроген есть. Еще какой-то там газ. А, новый чувачок прибыл. Давай посмотрим. Здесь нам уже три дубликата просто на выбор дается. И нам предстоит сделать этот выбор. Здесь еще один сдохлик. Как бы нам он не особо нужен. Кукинг, креатив, констракшн, сила. Кукинг, дикинг. Готовка у нас. Пока никто особо не занимается, но в теории надо. Хотя этот... Я не понял, у тебя 6 кукинг и у него гастрофобия. Четкий парень. А, да. Декоратор тоже. Креативная. Не будет боевым каким-то действием заниматься, да, само собой. Констракшн, сила, кукинг. Но из всех этих, этот больной, этот с гастрофобией, он не изучать не будет, не готовить. Он принципиальный вообще. Просто принципиальный. Ада. Слушай, ну у него нормальное имя. Ада. Пускай будет Ада, чё бы и нет. И при стрессе что-то разрушать будет. Погнали. Еще одна причполинила к нам. Нам скоро надо будет сделать кроватки и так далее, но мы этим займемся. Я думаю, пару дней они у нас не сбичуются особо-то. Я надеюсь, по крайней мере. Так, здесь у нас еда уже успела какая-то вырасти. Давай ее тоже добудем. Здесь всякое добыть можно. Так, research complete. Слушай, да ты у нас вообще красавчик, Бэтмен. Бэтмен просто красиво сделал. И давай вот этот. Фермы сразу, нам надо кислород как-то делать. Как-то надо. Тут у нас еда еще всякая валяется. Вот. И что у нас получается? Появились вот эти вот блоки, которые пропускают газ. Это хорошо. Что еще там ты сделал? А, ну перекачка газа и так далее. Но перекачка нам сейчас не особо-то надо. А вот что-то как-то блоки нам писец как надо. Давай-ка сейчас придумаем, на каком уровне. То есть здесь будут алгитерариумы эти. И там декор какой-нибудь будет. Давай как-то вот так вот, наверное, под жилое выделим. И туда вверх оно все пойдет. А здесь диггинг. Давайте. И там я уже вам буду кровать его здесь размещать и все прочее. А здесь алгитерариумы пойдут.
Короче, такой какой-то план. Я надеюсь, что там более-менее у нас все получится. По кислороду пока нормально. Относительно нормально. Да, у нас здесь же нифига не вырабатывается пока что, по крайней мере. Ладно, мы сейчас LG террариум мы сделаем. И пойдет. Пойдет производство. Можно пока вот здесь вот эти стенки выкопать. На самом-то деле. Чтобы вот здесь вот шла хотя бы какая-то циркуляция. А потом мы... Жди, у нас ада занялась. Твою мать. А, кто у нас ресерч больше и лучше? Слушай, ты с какого перепуга туда вообще впряглась-то? Так, компостом у нас тут особо и некому заниматься, но ладно. Так, ты у нас похуже креативщица. Кукинг. Вот ты у нас на кукинге будешь, слушай. Готовочка нам, в принципе, скоро понадобится. Так, это не твое совсем, Harvest. Тоже не твое совсем, свип. Ну, свипу, наверное, пойдет, норм. Билд. Тоже не особо твое, но оставим на всякий случай. А то у нас могут ситуации быть, когда особо этим некому будет заниматься. Но остальное оставляем. То есть у нее предназначение в данной ситуации готовка. Хотя бы двоечка, хотя бы что-то, хотя бы как-то. Вот, она, по крайней мере, сможет что-то готовить. Ну и давайте на этом пока что закончим. У нас более-менее что-то начинает развиваться, получаться. Скоро мы тут алгитеррариум мы начнем ставить. Пойдет переработка углекислого, потому что углекислый, он тяжелее, получается же, кислорода. Он будет вниз сюда спускаться и перерабатываться. Я надеюсь, таким образом мы сможем существовать. Кстати, уголь. Опять у нас тут бекарас бегает. Ну хорошо, на этом же. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.